Выступления уличных театров, мимы, клоуны, причудливые декорации и живые статуи. Фестиваль «Пластилиновый дождь» – пожалуй, самое атмосферное событие в городе. Веселый стимпанк, который не грузит. Так стиль фестиваля обрисовывает режиссер и руководитель театра «Пластилиновый дождь». Организаторы остаются верны себе и в этот раз. Танцевальные перформансы, арт-инсталляции, выступления музыкантов и, конечно, мастер-классы, теперь с новым уклоном. А в этом году мы решили сделать таки пробную версию мастер-классы, когда человек приходит на фестиваль «Струковский парк», а он может себе сделать, там, например, гоглы, такие очки в стиле стимпанк, там, картонные, там, покрасить их и с собой забрать. Там. Или, например, зонтик, там, «Пластилиновый дождь», там, зонтик, тоже сделать зонтик себе, раскрасить его и, может быть, там, воткнуть или забрать себе. Ну, такие маленькие, такие какие-то украшалочки, что ли. Гостями фестиваля станут артисты из Питера, Москвы, Перми, Оренбурга. Главная интрига – выступление зарубежных коллективов. Музыкальный коллектив «Маба Бэнд», который будет играть на огромных саксофонах, один из которых занимает отдельное место в самолете даже. То есть его нельзя перевозить никак по-другому, пришлось покупать для саксофона место в самолете. И второй коллектив – это Company Faï из Франции, из Лиона, на которые мы как раз на привоз этого коллектива мы сейчас ведем сбор средств. Company Faï – европейские метры уличного искусства. Необычный облик, невероятные прыжки на пружинных ходулях и трюки с огнем. Деньги им на билеты сейчас собирают в интернете с помощью краудфандинга, народного финансирования. Дело в том, что организаторы бережно охраняют дух фестиваля. Никакой коммерциализации, все артисты выступают бесплатно. Однако в будущем году таких сложностей может не возникнуть. Есть сейчас принципиальная договоренность о том, что вот фестиваль, зарекомендовавший себя на протяжении 5 лет, войдет теперь в программу. То есть будет предусмотрено долгосрочное финансирование. И таким образом, по крайней мере, да, от определенных там административных финансовых забот администраторы фестиваля, да, руководство будет избавлено, то есть будет меньше головной боли, чтобы думать, состоится в следующем году или не состоится фестиваль. Не страшен пластилиновому дождю и дождь настоящий. Организаторы уверяют, фестиваль состоится при любой погоде. Просто некоторые выступления с улицы переедут под крышу. Вход, как всегда, бесплатный. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.